Din 2023, Liceul Mihail Guboglo din orașul Cea Dărlungă face parte din proiectul Clasa Viitorului, o inițiativă inovatoare care redefinește educația printr-o abordare modernă și integrată a predării și învățării. Prin cele 6 zone de învățare distincte, Clasa Viitorului încurajează o reimaginare a pedagogiei și designului educațional. Произвели фурор именно микроскопы, поскольку у нас раньше были обычные микроскопы, не было электронных. Сейчас эти микроскопы очень удобны, подключаешь через телефон и можно увидеть, регулировать четкость, свет, фотографии, видео. То есть все это можно запечатлеть и даже дома можно это посмотреть на телефоне и еще раз все это проанализировать. Эти уроки очень интересные, мы узнаем намного больше информации полезной, мы видим то, что мы не проходим на уроках. Мы углубляемся в эту тему и видим некие детали, которые, невозможно просто посмотреть по видео или как-то через плакаты презентации. Когда у нас происходят лабораторные работы или мы используем микроскопы, 3D-очки, я с удовольствием иду в школу, можно сказать, бегу в школу, поскольку, такие технологии, редкость. În Clasa Viitorului, profesorii și elevii pot alege dintr-o multitudine de tehnologii și echipamente digitale. Seturile de robotică, imprimantele 3D, dronele, laboratoarele digitale, ochelarii VR se numără printre tehnologiile utilizate în timpul orelor de biologie, chimie, istorie și chiar literatură. Сегодня я делала упражнение, которое мне помогло рассмотреть кости человека и органы человека. Можем путешествовать по организму человека, чего нельзя сделать в реальной жизни. Или мы можем, допустим, на уроках географии в VR-шлемах отпуститься на глубины вод, чего тоже нельзя сделать на обычном уроке. VR-шлемы помогают нам раскрыть всю красоту природы. Они меня поражают. Мне очень нравится их использовать, потому что они делают урок развлекательнее и интереснее. Я больше полюбил такие предметы, как биология, география, история, которые раньше мне не так сильно нравились. Pe lângă tehnologiile utilizate la lecții, în liceu activează un club de robotică și există o imprimantă 3D. Anul acesta, elevii au printat cupele înmânate la ultimul sunet cele mai istețe clase din liceu. 3D-принтер нам пришел совсем недавно, в январе, поэтому мы только учимся и его осваиваем. У нас уже был 3D-принтер, но это вот более новый, с более новым технологичный, так сказать. У нас уже был опыт печатания таких кубков для счастливого случая. Это интеллектуальные игры среди детей и отцов. И вообще разные кубки. Кубки для ученик года, кубок класс года. На данный момент на 3D-принтере печатается как раз таки кубок для класса года. С тех пор, как появляются более какие-то новые технологии, школа становится более интересной и чаще хочется в нее ходить, потому что ты понимаешь, что школа дает тебе не только обучение и базовое образование, но еще какие-то новые открытия и новые знания, которые могут тебе понадобиться в твоей дальнейшей жизни. Круто похвастаться, что у тебя есть в школе роботы, и ты умеешь ими пользоваться или их программировать. Не у каждого в школе есть такие вещи. O astfel de abordare contribuie la crearea unui mediu de învățare dinamic și inovator, capabil să răspundă provocărilor și oportunităților secolului 21. Конечно, само образовательное пространство, другое, яркое, интересное, интерактивное, уже располагает ребят к, конечно, большему интересу. В такой доске, конечно, хочется выходить, у детей пропадает страх. И теперь, если раньше мы вызывали к доске и долго ждали, то, конечно, к таким инструментам они все спешат уже самостоятельно. Конечно, учителям намного легче. Если раньше надо было все это скачивать, готовить заранее, то сейчас все это в доступном режиме. Поэтому учимся вместе с детьми. Lansat în 2017, proiectul Clasa Viitorului a avut până acum 5 etape de dezvoltare. În acești 7 ani, aproape 50.000 de elevi și peste 1.000 de profesori au devenit beneficiari ai proiectului. În prezent, Clasa Viitorului cuprinde 123 de școli din toată țara.